Так, снова Elden Ring, снова New Game Plus. Сейчас вошел в сетевом режиме, чтобы выполнить квест Маре или Варе. Короче, как-то его так зовут. Этого чувачка, чтобы нам попасть к территории с Могвинами, с дворцом Могвинов. Сейчас ссылочку только на трансляцию скину, и можно начинать. Так. Господи, собаки страшные. Так, ссылка есть. Чат. Чат есть, лишь бы еще собаку не было слышно так жестко. Так, что ж мы делаем? Что ж мы делаем? Мы добрались до сюда, мы потом переместимся сюда, чтобы добраться до плато Альтус. Так, храм Рос. Поставим сюда метку, откуда ближе будет доскакать. Давайте из храмового квартала. Так, значит, выполним квест Маре-Варе, потом доберемся до плато Альтуса и пойдем чистить морду Радану, Бичу звезд. Так, где у нас отметочка? Темновато, надо было до утра подождать. Что-то за затемнение, как будто в подзорной трубе мы находимся. Странный какой-то эффект. Ты видишь тоже это? Это из-за того, что ночь, по идее. Не знаю, а что так темно-то? Так, ладно, использовать палец. Вот этот. Не понял. Так я ж вошел уже по сети, нет? Играть по сети. Соглашение. Править знак. Чё за... Я не понял, почему я не могу этот палец использовать. Это какой-то прикол. Я что-то не понимаю. То ли лыжи не едут, то ли еще какая-то херня. Что за дичь? Специально поставил сетевую игру, чтобы выполнить квест. Какого черта происходит? Ну, блин, дал ты палец, что дальше-то?
минуту. Так. Что-то какая-то полная херня. Сейчас в сети написано. Как сложно. Но нам потом придется еще раз в меню выйти, чтобы подключить сетевой режим. То вторженцев как-то неохота иметь постоянно. Ты где, чувак? Чувак исчез. А, вот он. Да, прикольно, они иногда прогружаются, конечно. Так, инвентарь. Применить. Так, мы вторгаемся, нет? Так, инвентарь. Еще раз. Применить. А, там было отменить. Давай ближайшее отдаленное, так, мне кажется, побыстрее. Ой, чувак какой-то бегает. Самурай, что ли? Надо было отбежать или бежать вообще, как этот, как золотоискатель, короче, ходишь, блин, и пикаешь. Блин, может я в настройках что-то клацнул, какую-то дымку по краям. Так, а когда мы будем вторгаться к кому-нибудь? Что за херня происходит? Мне кажется, в прошлый раз, когда я выполнял этот квест, было быстрее. Ну? Попытка, попытка. И ни хрена больше. Опа. Нет? Да? Нет? Видимо, на самом деле чувачков не подходит, не находит по уровню. Это тоже может быть.
Так и долго нам так бегать? Пытаясь вторгнуться. Блин, что за прикол на самом деле? Сказали же, вроде можно офлайн. Так какого хрена мне офлайн? Бред какой-то. Далеко сижу, высоко гляжу. Тут огненные чувачки стоят. Чё, отважная самая? Хоп-хоп. Парочка готова. Тут еще в этой, в онлайн игре ты можешь смотреть, как чувачки сдохли. Тут остаются пятна крови. Ты их можешь коснуться и посмотреть, что с ними здесь произошло. Ну, скорее всего, их завалили огненные чувачки. Блин, странно то, что этот амулет у меня забрали. Могли бы оставить. Что за подпись тут? Осторожно, слабый враг. Еще в онлайн игре ты можешь оставлять послания. Вот такие вот типа. Ходишь и пишешь. А остальные могут их читать. Еще ты видишь фантомов. А еще тут болото, которое заражает, отравляет. Баран убежал. Двоих одним ударом. Один смылся, и второй смылся еще. Блин, ну что за херня? О, наконец-то вторжение в другой мир. Мы убежали за километр, блин, от этого варе. Это жестко. А еще он меня заставит еще 3 раза входить в другой мир или 2. Я что-то тут не помню. О, дворец Моглинов. Жалко, что в фантомном состоянии я, наверное, не смогу коснуться благодати. Это было бы прикольно, конечно. Ух, ебать. А с кем я должен драться? Со всеми сразу? Ну ладно. Танцуют и смеются. Пряники жуют. Ладно. Мне 5000, в принципе, не жалко. Так.
Сейчас нужно будет вернуться к этому варе. А где он нас выкинет? В Лиурне или где? Мне вот очень интересно. Ну, естественно. Так, отметка у меня там стоит. На этом. На храме. Да. Поскакали обратно. Фонарики, фонарики, что вы здесь делаете? И вам здравствуйте. Блин, креветки. Здоровенная сука креветки. Да, хорошо, что здесь с коня не слетаешь, как в Red Dead Redemption. Чтоб я тут летал только так. Хотя тут можно и со скалы попадать, и вот это вот все. Одно неверное движение, и ты где-то уже летишь и кричишь. Так, ладно, давай больше без пальцев. Да какой? Какой палец он мне дал? Блять. Хер пойми теперь, какой палец. Мятежный палец. Вот сейчас будем теперь все пальцы пробовать. Но мятежный он тоже с этой с онлайн игрой. Короче, ни хрена не пофиксили в патче 1.06. Нам мне просто очень нужна эта территория. Потому что... Так, веду к Сиофру. Потому что не ровен час. И нам понадобится... прокачиваться дальше. Так, где этот... Вон, мне нужно победить. А вон, да? Скрюченный палец. Или их опять тут несколько? Быстро. Круто. Ну и поскорее. Тут не важно, побеждаешь ты, не побеждаешь. Он тебе просто потом должен дать... отрезать тебе палец и дать потом амулет. Амулет перемещает... к территории... Дворец Могвинов. Нам нужно только это сделать и потом вернуться в обычную игру и идти дальше по сюжету. Так, надеюсь, это тот палец. Так, Варе, вернись, блин. Да какой палец? Да ты... Идиот, что ли? Какой, блин, палец? Палец.
Окровавленный палец. Блин, это уже третий палец какой-то юзаю, блин, непонятно. Может, его заглючило? А может, меня заглючило? Ты не помнишь, какой палец? Хреново. Ну, это гуглить нужно. Это время занимает. Поэтому будем пользоваться всеми пальцами. Так, победите Тецуо, хозяина пальцев. А вон его уже кто-то побеждает, кстати. Или он с кем-то дерется там. А, к нему вторглись просто еще раз. Что-то я не дострелил, кажется. Печалька. Водичку пьет. Ой. Что, на меня безумие насылают? Хочет он побеждаться. Сражается до конца. Ой, погиб. Смотрите-ка. Прикол, конечно. Руническая дуга. Зелье призыва. Не, ну тут на него куча накинулись, конечно. И сейчас он скажет: попробуй тот палец, который я тебе дал. Это будет вообще. Так, вернись. Давай. К лесу задом, ко мне передом. Да ты гонишь, блядь. Ладно. Я уже просто это... Не представляю, какой палец. Какой палец просит использовать вора? Ёб твою мать. Чё за херня? Очень интересно, нихуя не понятно. Так, квест в Варе. Так. 5 гнилых пальцев. Используйте 3. А, просто квест уже начался. Гнилой, да? Пять гнилых пальцев он дает. Использовать нужно 3. Так, мы какой используем? Мы первый как раз использовали гнилой. И потом остальные еще. Ближайшее отдаленное. Да, значит, нам еще 2 пальчика нужно использовать. Блин, ну вот гнилые пальцы, блин, хуже всего ищется. Мне еще 2 нужных использовать. Беда. Что, мне дали 35 тысяч за убийство этого чувака в другом мире? А здесь кого ёбнули? Как ёбнули? О, вторжение в другой мир. Не успел мультик посмотреть. С кем-то он тут дрался. Дрался и обосрался.
Так, ну сейчас побыстрее нашли, хорошо. Можно, может, просто нужно было стоять на месте, не бегать. Но я тогда и стоял, блин. И не стоял. Окраины столицы. Кого мне нужно победить? А, победите Джоя. Где Джоя? Вон стоит, не? Он с великаном сражается. Нет, это какой-то Слипи. А Джоя где? А вот Джоя. Кажется, Джой сдох. Отлично. Прекрасно. Еще один гнилой палец нужно использовать и подойти к воре и сказать: давай, талисман. Блин, 35 тысяч, правда, скорее всего, есть шанс просрать в следующем мире. Даже уже не 35, 61 штука. Ну, что поделать. Потом на боссах нафармим. Ближайшие отдаленные, погнали. О, прям сразу вторжение в другой мир. Видимо, зависит от состояния сети. Что тоже вероятно. Плато Альтус. Кажется. Так, Рик, МС Нести. Он с кем-то, с каким-то помощником, кажется. А где? Заразился Нести? Хозяин изгнан. Ни хрена себе у меня получилось. 78 косых. Нехило, нехило. ПВПшер. Ну все, можно идти к Варе. Говорить ему, что мы справились, мы молодцы. Так, сейчас только он появится. Как хорошо. Так, рад, что тебе понравился подарок. Так, слабость, я хочу посвятить тебя в рыцари, ты будешь служить Могу. Нет, Могу мы служить не будем, мы Мога убьем. А, кстати, после убийства Мога Варе потом нападает на нас с букетом. Это очень смешно. Посвяти меня. О, боже. Черт. Черт, я вспомнил, что это не весь квест. Сейчас мы только тогда сеть отключим. Нам уже не нужно будет вторгаться никуда. Так, где тут? Играть по сети, играть не в сети. Ой, надо перезайти же. Так, настройки. Играть не в сети, выйти. Да.
Я вспомнил, что еще он этот платок дает, его нужно в какой-то служанке обмазать, которая дохлая сидит. А это... Где я что-то... Что-то я не помню. Сейчас вспомню. Так, не в сети, продолжить. А, у меня статья открыта, до сих пор нет. Так. Так, второй вариант. Это где? Это где и как туда попасть? А, все, понял. Врубился, вспомнил. Нам теперь нужно отсюда добежать вот до сюда. До сюда. До сюда. Убить вторженца. Кстати, вот на этой башне тоже нужно будет поэта. Ушатать там этих яростных пламенистов. Там крысы будут с желтыми глазами. И еще всякие челики. Ну, тут шанс умереть есть, кстати. Они такие неприятненькие вообще. Так, тракт Белума. Конь, мой верный конь, погнали. Здесь можем поскакать. Ой, не стоит. Не стоит так делать. Свалимся, умрем. Ну нахер. Лучше по лесенке. Так, сейчас очень быстро бежим до башни, убиваем там всех. Это они сейчас начнут там накапливать это. Вон, началось. Вот оно. Вот она, ярость моей мечты. Безумие. Ну-ка, давай, пей, пей, пей скорей. Так, теперь поднимаемся наверх. Скорее. Опасная башенка, конечно. А, ну пока у меня есть безумие, они мне нового накопить не могут. Ну все, ребят, успокоились. Так, а здесь никакого сундука нет, что ли? Мне кажется, тут что-то было. Это... Или нихера тут не было. Ладно, в пень, главное, мы справились. Так, а здесь? А, вот сундук, кстати. Ну. А, да, заклинание. Больше отрезать. Так, ну концовку яростного пламени мы видели, поэтому мы ее делать больше не будем.
Там Мелина хочет нас убить, потому что мы ее в костер не скинули, стали владыкой яростного пламени. Вообще мы не человек, как говорится, а говно. Погнали. Так, теперь нам нужно пробежать. Вспомнить бы куда. Чуть-чуть прямо. А, блин, там через замок нужно и наверх. Все, вспомнил. Ну, замок можем пробежать. Там тоже какие-то безумные эти челики сидят. Я думаю, они нам особо помех не создадут. Просто пробежим. Это я в первый раз здесь, когда проходил. Ходил, облутывал все, искал интересности. Сейчас как пофигу, безумные солдаты, безумные солдаты. Ну и черт бы с ними. Так, вон в тот храм. Тут у нас будет какой-то вторженец. Вот он уже начинает вторгаться. А мы здесь не можем этого вызвать. Очень жаль. Так. Кажется, он не особо... Он какой-то быстрый, поэтому заражать его нет смысла. Все, даже не успел попить свою баночку. Так, пыльцевой виноград, копье Вика, рябина. Так, храм. О, костер. О, а это есть тут? Нет? Интересно, эффективность-то мы еще можем увеличить? Сейчас посмотрим, кстати. Так, да, можем, кстати. Это круто. Эффективность фляг повышена. Замечательно. Так, одеяние служанки, понятно, обмахнуть. Все, отлично. Можно перемещаться. Так, вот сюда от храма, да, мы скакали. Поскакали. Так, ну, надеюсь, что Родана мы тоже сможем одолеть. С первого, ну, там, может быть, со второго раза. Там главное призвать этих помощничков, во-первых. А во-вторых, короче, нужно избежать его дальнобойных атак, уклоняться, он там стрелы кидает, еще какую-то херню, подойди к нему намного ближе. Подойти как можно ближе, и в-третьих, избежать атаки, когда он... становится метеоритом. Это, конечно, западло прям. Он устраивается этим метеоритом. Так, главное не привлечь внимание этих мугвинов. Так, все, Варе, держи свою кровавую тряпку и отдавай нам талисман. Давай, отрубай палец. Сейчас будет кричать.
Отлично, матер без пальца. That feeling of agony, for it is what binds you to Lumina. You have... Хорошо, отдавай талисман мне. Oh, another thing. Медаль чистокровного рыцаря, вот. A medal granted by the new Moguin dynasty, with the power to grant audience with luminary Mo. I've gone out of my... But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Подожди, что, пока не, нельзя использовать этот медальон, который он мне дал? Ну-ка, мне интересно, почему это я не могу использовать? Применить. Подожди, отправиться в зрительный зал. Какой зрительный зал? Ваше это... Ваше очко переходит в зрительный зал. Или тоже после какого-то определенного момента туда можно попасть? Нет, дворец Могвинов, все верно. Что это здесь? Ландыш, кстати, призрачный, девятый. Круто же, круто. Девятый — это охрененно. Так, где-то здесь есть благодать, во-первых. Где-то вот здесь, что ли? Да. Не, к дворцу мы сейчас не пойдем. С Могом мы потом разберемся. Где-то там перед молением. А где конь мой, блин, ретивый? Ну или педальный, господи. Хоть какой-нибудь конь. Можно, пожалуйста? О, все. Сейчас нужно быстро проскакать к тому местечку, где мы фармились обычно. К нашим любимым и незабываемым... Незабываемым Могликам, блин. Да пиздец, конечно. Пей банку. Скорей. Прыгай, скачи, убегай. Трешатина. Потом здесь залутаем, сейчас нет, не важно. Но, тем более с каким лутом. Просто бессмысленно, беспощадно. Кажется, я нашел. Кажется, я нашел, куда нам нужно прийти. Нахер идите, потом побеситесь. Ох, родные края с могвиками. Как же приятно их видеть. А я тогда получил меч из этого, из финального босса. Не помнишь? Так, ладно, сколько здесь за могвиков теперь дают? У меня стоит талисман. Раньше они давали где-то 2400. А теперь 4900. Нехило, да? Нехило. Ну, то есть где-то примерно теперь не... Не 50 тысяч за разок можно получать, не, ну не 40-50, а как раз где-то 80-100. То есть это очень облегчит прокачку. Так, снаряжение. Быстро глянем, есть ли у меня меч, который я... Это он? Это он, ленинградский почтальон? Да, это он, кстати. Вот этим здесь фармится. Отлично. Нужно только его прокачать. Ты видишь это? Ну, я говорю, его прокачать просто по максимуму. И просто такой заходишь, вот так вот. Свет, камера, мотор. Только это двуручник, он тяжелый, пиздец. Но вот...
Магия у него, конечно, отличнейшая. Ну, конечно, сейчас только меня запиздярить. Не хватало бы. Так, все, ладно. Мы знаем, какой меч для фарма качать. Так, все. Где моя вуаль? И, кстати, реки крови тоже нужно будет второй раз найти, перед тем, как идти к этой... к Малении. Чтоб на всякий случай было две этих реки крови. Чтоб она просто писалась кровью. Так, ладно. Все, до Могвиков дошли. Дальше куда идем? Дальше нам нужно дойти до плато Альтус. Это нужно сюда. Доходим до плато Альтус, чекинемся там и переходим в эти в звездные пустоши и следуем к замку Рыжегрива. План таков. Правда, уже 47 минут прошло. Надеюсь, за час 10 мы с этим справимся. Ну, до плато Альтус точно долезем. Но хотелось бы, конечно, еще и Родану щи намять. Так, подожди-ка. Что-то темно и дождливо. Вы скажете, это осень, детка. Так оно и есть. Но почему в игре такая же херня? Так, это что за снимательная херня? А, кстати, получается, когда я подыхал там в онлайн-мире с пальцами, у меня не ушла эта руническая дуга. У меня до сих пор активирована великая руна. Так, что здесь кто? Тут обитают чуваки, которые добывают спайс. Ой, я знаю, как над ним поприкалываться, кстати. Берешь вот так вот горящей стрелой в него. Он загорается и такой бабах. И все. Смешно? Это очень смешно. Просто прикол века. Так, а что тут камешки не торчат? Ладно. Не будем про камешки. У нас эти камешки можно купить. А чем купить, мы найдем. Потому что у нас теперь есть поле с могвиками. Надо было еще глянуть, от чего кастуется этот. Так, где еще эти мелкие злобные пехотинцы? Так, это все? Или есть еще? Тут просто еще эти вонючие камни разбросаны. Как-то не хочется на самом деле на них наткнуться. Блять. А я на них наткнулся. Отравление. Так, кузнечный камень 4. Нахер я вообще сюда пошел? Так, мне вообще куда? Наверное, на лифт. Не успел, не успел. Съели зеленку, полечились. Блин, надо наделать зеленок. Так, где создание? Ну все, создали немножко зеленок. Надеюсь, нам хватит лечиться на первое время. О, сейчас будет фейерверк опять. Ой, нет, нет фейерверка, а почему?
Ты почему не загораешься? Что-то я не понял прикола. Почему он не загорелся и не взорвался? Это какие-то неправильные мужики. Они не взрываются. Кстати, у меня здоровье так до хрена, нужно бы на самом деле полазить по этим, по храмам, пособирать слезок и прям конкретно улучшить это. Фляги, чтоб восстанавливали у нас хорошо. Так, взрывающиеся камни. Кузнечный камень. А вот тут кузнечный камень мрака 4. Так, здесь где эти? Сидят, отдыхают. Вставай на работу. Блин, пехотинец. Так, есть еще кто? Есть. Запутался сам в своем дыму. Вот они еще. Блядь, Да сконцентрируйся на нем, нет? Ну что они такие юркие? Просто невозможно. Так. Так, а здесь что есть? Руническая дуга. Ну ладно, как-нибудь пригодится. Пока мы и так ей заряжены. Так, а теперь в какую сторону? Я что-то не помню. Блять. Правление. Ладно. Ну ладно. Ой, он сейчас взорвется, взорвется. Так, кузнечный камень мрака 4. Одна штука. Так, усыпанный руинами обрыв. Прекрасно. Мы уже все ближе и ближе к этому. К змею Макару. Ну, там еще будут эти, кстати. Я забыл, как они называются. Сирены. Они прямо сейчас будут. Они тоже не очень, кстати, приятные. Типа летучие мыши это херня, конечно. А вот дальше будут сирены. А сирены это, конечно, не очень. Не, ну они здесь лохи, конечно. Пока что. Так, где еще? Золотая руна 3. Заново собираем все золотые руны, потому что я их всех использовал. Кстати, сколько у меня? 152. 152. А нужно будет, наверное, где-то 470. Короче, еще до хрена. Я не знаю, сколько за змееныши сыпанут. О, руна 5. Такая, что не собрал. Камень 4. Вон они петь уже начинают. Вон одна сидит. Поет. Нужно этих сначала поковырять. Давай, иди сюда. Ну? Ёпта, как ты так сделал? Я щит держал. Раз камешек, два камешек. Как много камешков-то? Опа! Крыса летучая. Так, и эти спустились. Но эти, ладно, это херня.
А вот там сейчас будут эти осьминоги сверху. Еще несколько. Две что ли там такие сидят. Ой, закоротило. Вот там будет веселее. Так, у нас много херня на самом деле. Так, это еще всякие ненужные мне эти. Так, что там было подобрать? Кусок белой плоти. Хрена висит, прям незаметный. Вон, слышу, опять поют где-то рядом. Так, стопы. Камешек вижу. Не знаю, зачем, пусть будут. В какой-то момент они нам сэкономят руны. Давай, 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 давай. Вот здесь где-то. А тут можно призвать, кстати, этого. Давай на всякий случай призовем там, потому что сверху все равно есть это. Благодать. Точно. Я забыл, что слеза. Сопля. Попейте это. Сейчас без него справлюсь, без этого, да? А, нет, она магическая какая-то. А почему в меня попадаешь, блин? Ой, все, готово. Ну ладно. Так сказать, невелика потеря, подумаешь. Сами, в принципе, справились. Ну. Тут лучше перебздеть, чем не добздеть. В этой игре так уж точно. Так, отдохнуть. Отдохнуть. А, ну тут уже все загорожено. Значит, мы сейчас... Вот так. Слеза на готове. Что-то он как-то долго. Чувак, ты долго собираешься. Так, где эта ящерица? Макар! Рад тебя видеть. Блять, нет. Не рад. Да ты охренел, что ли? Мне все не дает, мне как прыгнуть не надо. Все. Макар, все. Так, это, кстати, у меня второй такой уже. И драконье сердце. И прекрасно все у нас теперь. Ну вот такого же нужно еще захреначить, чтобы лунную валь получить. Давайте отдохнем. Хрена там полило. Прям конкретный ливень. Да, в такую погоду свои дома сидят. Мой стрим смотрят. Так, сейчас мы доберемся до плато Альтус уже наконец. Главное везде зачекиниться, так сказать. Ого, даже гремит. Я думал, осенью не бывает грозы. Не знаю, думал, это весной, летом там.
только летом. Осенью? Не знаю. Почему-то казалось, что осенью этого не бывает. Оказывается, бывает. Так, тут вот эти унылые дядьки. Сейчас еще будет дракон тут на пригорочке. Кстати, с драконом можно попробовать потаскаться. Ну так чисто. Ой, не-не-не, стопэ, стопэ, остановись, там это... Депрессивная девчонка хотела нам что-то сказать. Давай, рассказывай, что. Древо Эрт уже близко, да. Сопроводи меня до его подножия, и наш договор исполнен. Она родилась у подножия древа Эрт. Да, только мы сейчас дойдем до дерева, а там шипы. И она скажет, ну, веди меня в эту, в кузницу. А в кузнице? И веди меня в искушение, да. А в кузнице она скажет, а ну, толкни меня туда. Так, а значит, нам не обязательно спускаться в эту канализацию столицы, чтобы найти там этого мог знамения или как его там. Так, стоять, блин. Опа. Ну, кажется, это у нас уже где-то было. Вот, вот этого можно вызвать. Как раз дракон. Да-да-да-да-да-да, я про него и говорю. Так, что-то он вертится. Эй, блядь, ты чё? Поджигаешь ты меня? Я сегодня буду рыгать вообще? Прыгнул, кстати. Вот, писюн, улетел. Ну и черт бы с ним, на самом деле. Сейчас мы там поближе остановимся, как там эта херня называется, локация. Холм с видом на древо. Там зачекинемся и пойдем до этих. Да. Вот она, вот она. Благодать моей мечты. Семечко лежит. Бесполезное. Ну, давай возьмем. Чтоб глаз не мозолило. Да, холм с видом на древо Эрт. Отлично. Home Sweet Home. Отлично. Так, до плато Альтус добрались. Возвращаемся куда? Правильно, хуй знает куда. Лачуга, и от лачуги направо по тропинке. Погнали. Завтра погода попрохладнее будет уже. Так, 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 так. Бежим до звездных пустошей. Так, лачуга. Тропинка где направо? Вот здесь, что ли? Получается так. Нам в ту сторону. Темно, правда, пиздец. Ну-ка, фонарь. Чтобы мы светились от счастья. Правда, я не вижу тут четко тропинки. На самом-то деле. И вообще, ну... А, вот тропинка, да. А теперь видно.
Ты кто такой? Так, огненная стрела. Так, еще один такой. Приколись. О, благодать еще одна. Приколь. Приколь, приколь. О, тут этот, кстати. Мы видели его в замке, кажется, или это не тот? То не в замке, а возле круглого стола. Нет, он. Нет, это другой какой-то. Я тебя раньше не видел. Жажда сражений, твоя вера в благодать не пошатнулась, несмотря на крах золотого порядка. Да я даже не знаю. Мы, конечно, уверены в себе. New Game Plus'еры такие пошли. Any interest in bearing the torch of my... All I know is the sword. Picked up, now's the time to pass him on. Ну давай, что у тебя есть? Выучить навыки. Ну у него это, пепел войны в основном. Точнее, это он. Battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised a fine tail. That's how... Рыцарская романтика, все дела, тра-ла-ла, все. Not floating your boat, eh? Well, there's no rush. Ну, да, пока нам это нахер не нужно. Ну и потом, в принципе, тоже у нас есть свой определенный билд, своя определенная тактика. Так, найти бы тропинку, теперь еще будет тропинка. Блин, нас не смоет. Прыг-скок. О, рыцарь сидит, грустит, надо его развеселить. Ой! Как бы он меня не развеселил, ты чё? Швабры, блин, налетели. И пехотинцы, и швабры. Блин, швабры, вы чего? Охренеть. Кажется, я нарвался на проблему. Блять! Швабры! Атака швабр. Чубаки нападают. Они причем еще такие не слабенькие. Так, рыцарь минус. Так, теперь швабры пошли. Блин, серьезные какие-то швабры, пол только жизни снеслось. Так, две швабры минус. Так, ну ты вообще пошел нахер. И ты тоже, собственно. Вот это вот опасная херня. Блять, зараза. Так, сколько банок-то осталось? 5 штучек. Так, у нас уже 254 тысячи, кстати. Это уже нормально. Так, что здесь потерялось у нас? Изысканное мясо. Он сундук вижу. Ударил как лужу пером, чувак. Так, EQ подобрали. Как модно это звучит. Так, в ту сторону получается. Поехали дальше. Так, не будем мы всяких тут горшков освобождать. Он сейчас будет тут кричать: эй, помогите мне, все дела, тра-ла-ла. Чтоб его кто-то пнул под зад, если потом... Будет прям дико интересно, мы, может быть, его толкнем под зад. Так, сейчас пока мы пишем звездные пустоши. Чтобы нанять Радану лицо. Охренеть. Воу. Все, готов. Так, здесь что валяется? Да, блядь. Отдай, не. Ой, кузнечный камень один. Ну какая же это херня?
О, а где твой грустный осел? Грустно сдох? Там черепаха. Ну, не ездит же он же на черепахе. Так, купить, чего у тебя можно купить? Маринованная шея черепахи. Нахер не нужна. Это тоже. Это тоже, спасибо. Да, ничего не приглянулось. Да дайте мне коня вызвать. Так, мы на верном пути вообще? Да, прямо через водичку и прямо. А на водичке будет этот, кажется, лодочник. Но можно мимо него проскакать, он нам нахер не нужен. Как вот эти скелеты, которые пытаются подняться из-под земли. Сейчас только цапнем эту благодать, уже вижу. Да, вон лодочник плавает. Не, ну можно, конечно, его расхреначить по бырику. Потому что я думаю, что он не составит нам дискомфорта. Так, лодочник. Кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс-кыс. Куда, блядь? Невидимая. Куда он теперь переместился? Сюда? Нет, не сюда. Нет, не сюда. Он этих призывает. Бля, лодку ушатал. Все готов. А этих он тоже с собой заберет или как? Да, они тоже подохли. Так, корень смерти, прах скелетов. Это что, блядь, за херня? Кто это делает? Все, ладно. Остальное меня не интересует вообще. От слова вообще. Корень смерти главное подобрали. И все. Можем чирикать дальше. Воу, прям на ходу. Красава. Нахрен, правда, не нужны эти тонкие кости нам особо. Так, чисто по приколу. Кто-то мечей столько понаставил. Молниевая смазка с нитью. Две штука. Так, звездные пустоши. Погнали. Благодать. Благодарим. Благодать. Так, уже 270 тысяч. Надо бы перед Роданом точно догнать. Ой, что там было, что-то кажется, или мне показалось? Ничего не было, показалось. Что, может, окно закрыть? А то как-то шумновато прям. Сейчас. Личинка бабочки. Очень сильно полил дождик, было принято решение нахрен закрыть окно. Так, куда теперь мне бежать? А, ну вниз, судя по всему, и вот по этой тропинке. Идти, идти, идти. Кстати, вот здесь, скорее всего. Или где-то здесь, или где-то. Рядом как раз таки. Или вот здесь. Лунная вуаль находится. Так, погнали.
Вот сейчас толпа таких этих мертвецов будет. Но мы на них не обращаем внимания. Перепрыгиваем. Оставляем их позади и бежим дальше. Ой, псы всякие вонючие тут. Динозаврики. Тоже нам не нужны. Извините, ребят, как-нибудь в другой раз. Так, благодать слева. Ну, коснемся тогда ее. Че уж тут. Погнали дальше вниз. Или нет, или по тропинке мне нужно. По тропинке, видимо. Так, тут горящие чувачки. Я помню, тут что-то доставал тоже. Тут они взрываются, им тут весело. Вообще, у них тут все прекрасно. Живут. Просто замечательно живут. Так, еще одна благодать, что ли? Че на каждом шагу-то угадать? Так, ладно, сейчас тогда не будем искать вуаль. Вуаль как-нибудь потом лунную поищем. Сейчас мы просто бежим к замку. Так, это кто еще? Ящерицы эти ебучие? Нет, не ящерицы, как они. Скалопендры ходячие. Тоже довольно бесячие личности. Стреляются они множеством всяких иголочек. И неприятненько так стреляются. Блин, и еще. И еще псина сутулая. А нам все по боку, мы скачем. Скачем, скачем, не отвлекаемся. А, карту нельзя открыть, все-таки нас кто-то еще преследует даже. А что их тут так до хрена? Еще одна благодать. Блин, благодати на самом деле больше, чем станции метро прямо в Москве. Просто на каждом шагу. Ну вообще да, тут такая локация. Не очень приятная. Дракон прям встал. Дракон, ты чё прям встал? Слезь бы сам. Я не то сделал! Ну все, попьем сейчас пиво. А он гнилой. Этот сейчас тоже будет гнилью в него кидаться. Ему будет пофигу. Короче, зря я это затеял. Очень зря. Вот он его пуляет гнилью. А ему ба-ба-ра-бан. О, да, да. Холодом его, холодом. Точно, может мне тоже его пулять? Блять. Не пуляйся в него гнилью, чувак. Только холод, только хардкор, давай. Устроим ему заморозку. Во, вот это я понимаю. Нагрев. Ну тоже слабовато на самом деле. Ой, его что, залагало? Блин, красная гниль. Я сейчас сдохну, блядь. Банка, банка, банка. Еще банка. Еще синяя банка. А еще нужно бы лекарство от красной гнили. Хренакнуть. О, получилось. Что-то я как-то неудачно вызвал бойца, на самом деле. Как-то так получилось нехорошо. Ну блин, чувак, так нечестно. Все. It's victory.
О, 130 тысяч. Отлично, нам бы еще 70 тысяч. Весело и сердито получилось. Поскакали дальше. Так, на карте. Куда? Сюда и вниз. Ну, значит, сюда и вниз. Где-то 108 кадров проебалось. А где? Блин, вот куда терять эти золотые семечки? Солить, что ли? Так, здесь собаки. Будут драться с рыцарями. Мы мешать не будем. Отойдем куда-нибудь подальше. Объедем их стороной. Никого не трогаем, никому не пристаем. Следующая бабочка, ну кто бы сомневался. О, я вижу благодать. Здесь сейчас немножко отдохнем. Наберемся сил. Тут банок потратили немерено. Так, и у нас есть... Сколько нам надо? 1060, но 1060 мы не получим. Проще будет... Да проще переместиться к могвикам. Кто умер, тот лох. Кто утонул, больше купаться не будет. Ой, они что-то все на меня пошли. Парни, вы чего? И собака, и рыцари, все-все-все. Винни-Пух и все-все-все. Не, мы тут не добьем быстро. Не, тогда знаешь, как сделаем? Все очень просто сделаем. Вот так вот. Добить уровень, так добить уровень. Это нам нужно половину могвиков только хлопнуть и все. Сейчас мы посмотрим точно, сколько нужно. И вернемся. Так, статус... У нас 416, надо 472. 472-200. Так, 52-200. Так, ну давай, чувак, чё? Будешь прыгать со скалы? Больной, что ли? Ну, времена проходят, могут быть, не меняются. Так, осталось немного. Ну вот эти сейчас двое спрыгнут, и мы тут это парочку, наверное, вольнем, да, нам будет достаточно. Давай, давай, ну. Опа.
О, нифига себе. Достаточно. Не перегибаем палку. Так, повысить уровень. Вера. Так, и перемещаемся. Сто двадцать кадров потерялось. Где ты успеваешь терять кадры? ОБС, скажи, пожалуйста. Где у тебя подтекает? Так, звездные пустоши. Отправиться в другое место. Конечно. Так, и мы находимся уже в замке Рыжей Гривы. Прекрасно. Тут же у нас где-то уже рядом благодать светится. Тут уже какое-то хоровое пение началось. Скоро начнется фестиваль. Это Радана. Или как он называется? Я не помню. Так, а тут потом, после какого-то времени, будут босецкие. Thought I might find you here. I must admit, it looks like you're still in what you must have heard by now, right? But once he's out of the way, it'll spring. So now, we stand against the demigod once known as the way ahead is plain. Его надо призвать, чтобы он нам помог. А вот, кстати, горшок. Александр Железный Кулак, Понг Шин, рад знакомству. Ладно, Александр, тоже все ясно с тобой? Мы все знаем, что здесь Радан. Его надо победить. Он тут главный на этом фестивале. Я в полной боевой готовности, наверное. Я не уверен. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Ой, сейчас покажут мультик про Радана. Как его бедная коняшка его тащит. Да, причем этому еще больше всего досталось. На нем катится вот эта туша огромная. General Radan. Ну, точнее как, он просто, генерал Радан, обладает этой магией левитации, он, грубо говоря, даже не садится на коня, тупо тот под ним находится, и все. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them, like a dog. Ой, как рычит страшно. А сейчас я вам покажу, как лев рычит. Howling at the sky. Ну, типа напугал. We must make merry. Ну да. Oh, а что, здесь тоже какое-то сражение идет, что ли? Или нам просто не дадут выйти? А, нет, тут все нормально, тут это... значочек. Извините, ошибся направлением. Не думайте, что я струсил.
Главное успеть призвать друзьяшек, призвать слезу. И уже потом просто пофигу. О, что это такое? Кузнечный камень. Пожалуй. Что справа? Ничего. Совсем ничего, представляешь? Ой, баночку пока нельзя, что ли, пить? Так, а вот теперь пьем баночку. Наверное, да. Не, я не буду. Я не хочу. Так, отправиться в другое место. Да, конечно. Мы жаждем смерти. А тут еще нельзя. Ой. Ну и как ты умудрился? А почему тут нельзя этого призвать? Да блять. Ты заебёшь. Да, чётко банку выпил. Ой, блядь, вставай, вставай, пей. Ну и как это было? Классно. Так, а мы всех призвали, кого хотели. О. А этого нельзя призвать, да, в итоге получается? Слезу. Очень жаль. Ну давай! Или ему бессмысленно херню делать? Нет, кто это заразил? Ну, допустим. Ой, блядь! Бежим! Ой. Нам повезло, что мы не сдохли. Кто там погибает? Радан погибает, бич звезд. Лох. Руна Радана, воспоминания о биче звезд. Ну вот и все. Ну, уже потом сюда придем. Там реально на этом огромном поле всего лишь пару лутинок. Такое, короче. Сейчас упадет огромная звезда и джойстик будет трястись. Прям затрясло джойстик. Ну ничего, нормально, Радан с первого раза просто на пику посадили. Прекрасно. Да, на карту нанесена новая метка. Читер, уровень какой у тебя. Огромный, да, перекач.
Ну, новая игра плюс, все дела. В первом прохождении, получается... Да я долго мучился с Роданом. Уровень 200 какой-то. 239. Максимальный в этой игре 700, не помню какой-то. Ну, читер, это если б я читовал. А так, гриндер. Так, ну вот они. Воронка. Воронка, воронка. А что тут ближе всего? А у нас ничего еще ближе тут нету. Да, отсюда допрыгаем до этой воронки. Спустимся в Накрон. А что у нас в Накроне? Да понятно, что вечный город. На кране. Бля, дай вспомнить, что там. Там горгульи. Или нет? Две горгульи там будут, да. Две горгульи тоже, кстати. Горгульи тоже противные. Минотавры. Да, да там много кого. Там еще вот эти рыцари горнила, точно, точно. Там еще эти же странные чувы. Гориллы, рыцари горилл тоже. Блин, тут этот подснежник, как его. Куст говорящий. Портной, а не подснежник. Вот, портной бог. Ну ладно, хрен с ним. С этим портным. О, а здесь еще это. Ты не видел кустик? Сейчас покажу. На самом деле я не знаю, зачем сюда портного вхреначили. Я не понимаю всей прелести переделанной брони. Вот он, куст. Он отличается, все он зеленые стоят, а это такой вот. Зачем ты это делаешь? Потому что ты говорящий куст. В общем, портной убирает характеристики, там убирает плащ. Типа броня становится легче, но характеристики снижаются. Смысла в этом вообще не вижу. Не благодари, короче. Вот тебе подсказка за куст. Он еще, конечно, сейчас там... У него длинный квест тянется у этого портного. Он попросит свое жилище очистить от бандитов. Потом там иглу ему нужно найти. Все дела. Но потом он может как раз тебе это броню латать. А потом он в конце оказывается еще в столице королевства. И там с ним можно поболтать и вообще сказать то, что он классный чел. Он прям такой, о да, я теперь вообще классный чел. Да, мама будет много гордиться. Типа мама будет много гордиться. Да. Так, а здесь ночью еще один ночной всадник, кстати, вылазит. А вот он, ночной всадник. Угу. Блин, я забыл. Я забыл, что я на коне не могу делать свой любимый удар. Ой, не долетел. Ой, по коню попал. Он лошар, конечно, это потому что самый первый практически ночной рыцарь, которого можно встретить. А, нет, один еще... А, ну это как раз же по пути на плачущий полуостров. Или нет? Там тоже еще есть. Я тут одного встретил в Люрне где-то. Там, где раньше, кажется, не встречал. Он тоже завалил хрена. Опа.
Блин, анимация. Так, ночной всадник, пососадник. Да, это тоже моя первая Souls-игра, и мне, конечно, хочется поиграть в предыдущие, там, первую, вторую, третью и последнюю. Чего, нет, не вдохновило? Не, меня потом же зацепило, но я так понимаю, что предыдущие версии, они намного сложнее. Там меньше возможностей, чем в этой игре. И там просто будет боль и страдания. Так, в какую сторону нам пиликать? А, моление, да, кстати, она действительно пукан поджигает только так. С ней нужно этим кровотоком драться. Плюс, ну, если читерская фигня такая есть одна. Нужно слезу полностью прокачать. И дать ему в руки тоже этот кровавый клинок. Ну и спамить, короче, ударами, чтобы она кровь теряла. Это лучше всего на нее. У меня тоже... попытки, я не знаю с какой, блин, с 200-й получилось такое зафигарить. У меня на YouTube там, наверное, серии 4 я к ней ходил. А потом также столько же дохрена к финальному боссу. Он меня тоже здорово насолил. Да, кросс по порту. Так, я не знаю, зачем я убил этих великанов, потому что, видимо... потому что могу. Так, на меня кто-то напал. Бомжи. Чего вам от меня надо? Вы же ничего не даете практически. Вообще бесполезно. Ну, банк мне установили, ладно. Я что-то не понял, куда мне немножко не идти. Так, ладно, сундук сейчас обчистим. Я его еще не обчищал. Большой топор. Кто брал мой большой топор и сдвинул его? Так, а как нам сюда пройти? А, о, я не туда иду. Немножко вот сюда тропинки. Где тропинка? Вот тропинка. Но горгульи, конечно, тоже я к ним долго ходил, так что вот не знаю, как в этот раз у меня получится быстро с ними справиться или не очень. Но тогда у меня еще не было слезы, во-первых, праха. Есть еще один прикольный прах, который можно тоже попробовать использовать. Так, теперь можем просто завернуть. Сейчас только эту благодать. Ну и во-вторых, получается, к горгульям, когда в первый раз ходил в первой игре, я не был так хорошо прокачан. Так, сейчас еще главное аккуратно в яму спуститься. Так, тут медведи огромные. Не напороться бы. Спуститься на дно. Так, руины в туманном лесу. Это, конечно, все очень хорошо. Так, но я не помню, с какой стороны у них спускаться.
Тут отсюда, что ли? Так, а тихие это, наверное, тот, о котором я подумал. Сейчас. Да, он у меня пока не прокачан до конца. Вот осталось в новой игре плюс найти огромный призрачный ландыш, чтобы его докачать. А слеза у меня полностью прокачан. Тихие у меня как раз тоже подсказали ближе к концу игры. Так, здесь я не спущусь. Когда я пытался финального босса хреначить, у меня не особо выходило. Но в итоге, кстати, я завалил финального босса с этим, со слезой. Только слезы даже толком не было, потому что он это, сдох. Так, вон откуда-то оттуда нужно заходить. Блять. Я сейчас где-то здесь точно наебнусь, прям туда. Так, 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 так. Откуда-то отсюда, что ли? Кажется, да. Как страшно-то, а? Чего еще ни хрена не видно, блин, к тому же. Ой, как страшно-то, ёб твою мать. Ай, блядь! Это топчик. Просто. HDR. Поясни, я что-то не понял вопроса. Так, бонус за безумный трюк просто. Это медведи огромные. Выглядит расцветка, как на мониторе с HDR. Не могу сказать точно. HDR он, не HDR. Я вообще с бокса, получается. С карты захвата. Не знаю, как этот Razer передает расцветку. Так, я опять перескочил. Я вернулся к каким-то могилам опять. На ПК. На ПК тоже круто. Но я для игр выбрал чисто бокс. Да, не все есть, что есть на ПК. Но то, что есть, меня прям устраивает. Так, аккуратно теперь спрыгиваем. А может просто слезть с коня? Потому что конь не такой аккуратный, как я посмотрю. Так, а теперь куда? Блин, не видно еще ни хрена. Почему туман-то? Кажется, он туда. Ой, конь уебался.
А тут уже нельзя на коне, да? А ты во что в основном играешь на ПК, помимо того, что страдал от Elden Ring? Так, здесь, я помню, спрыгнуть можно. Можно, только осторожно. Да, он не особо нужен, это лутец. Ну вот. Ведьмак, Dragon Age, Original Sin, много чего. Ведьмака третьего я и на ноуте, ну, получается, первый раз я на ноуте прошел, потом на боксе. Ну, короче, уже тоже, наверное, раза три, если не четыре. Dragon Age, мне кажется, я пробовал третий устанавливать, это в геймпассе был. Опа, допрыгнул. Козявки полез. Так, а тут главное до этого добраться. До благодати, чтобы нам зачекинить хотя бы здесь. Блин, как стрёмно же здесь ходить. Ну, здрасте, приехали. Чё это за хрена здесь? Так, фонарь у меня включен. Включен. Отлично. Руническая дуга. Тоже хорошо. А, нам на этот мостик. Как можно аккуратнее. Предельно аккуратно, да. Так, готов этого. Страшно было, страшно. Так, теперь куда? Туда, что ли? А дальше-то куда? Куда я пришел? Да не может этого быть. Да нет. Нет. Так, а я здесь разобьюсь или не разобьюсь? Очень интересно. Так. Надо провести тест на падение. Не, я не сдохну. Я уже думал, что-то серьезное. А высота-то так себе. Так. Хрена у него серия атак. Бешеный точно. Так, тут там что-то каким-то поносом еще в меня кидается. А, отлично. Ну да. Так, призрачный ландыш 3. Нет, нас интересует только здоровенный призрачный ландыш. Или как-то так. Так, отдохнем вместе благодати. Застолбим здесь местечко. А, тут будет нужно будет со слезой сейчас сражаться, а прикольно еще слезу вызвать на слезу. У нас будет три одинаковых.
Да, только сначала нужно этих бомжей перебить. Ну да, мама будет мне гордиться, когда я завалю всех бомжей. Звучало, кстати, отвратительно. Не, ну ты понимаешь, если не переносить на игру, типа, мама будет мне гордиться, когда я завалю всех бомжей. Ну, типа, если... не видеть того, что я играю в Elden Ring и валю бомжей здесь. Что? Нет, ты просто не поняла шутки. Куда ты, русишка? Расистая трава. Ладно, нам здесь нахрен ничего не нужно. Нужно идти на этот... на мост. Это сюда? Это сюда? Подскажите. Хрена защищается. Нормально у него щитец. Так, да где мост-то этот? Сюда, что ли? О, ландыши цветут. Надо собрать. Так, ты чё? Так, росистая трава, грибы. Так, ландыш 3, ландыш 3. Ну, пусть будут в целом. Это, конечно, не топ ландыша. На этот такой прах у меня был уже. А прахи, я не помню, можно продавать? А то вот семечки, например, нельзя. Это меня прям расстраивает. Так, а куда мне дальше-то? Где выход-то отсюда? Чё-то я не понял. А, стопы. Сюда куда-то, что ли? Или вот в это здание? А, вот дырка какая-то. Сюда, что ли? Призвал этим ударом в щит. Никого. Не понял. Я вообще не понял, что здесь происходит. Во-первых, да. А во-вторых, сейчас джойстик возьмешь и будешь играть. Так, все. Видим слезу. Единственное, что можно сделать... О, господи. Слеза же нас повторяет. Тут все это. Тут просто подсказчики есть некоторые. Я думал, вот что можно сделать.
хорошего. Слеза же за нами повторяет. Вот так. Призываем. Ну, сначала этот вылезает, копирует нас. Мы потом одеваемся и вызываем нашего. И просто все в труху. Пусть он будет в броне, а то еще раздеваться он. И я хрен броню потом все найду. Я, конечно, помню, что у меня полностью доспех этого гориллы. Горнила. Че, как с кулачками-то, ребят? Чем ты, камнями, что ли, кидаешься? Блин, приколист, конечно. Так, где мой щит? Прокачанный щит, где? Да, он, конечно, смешной, то, что он с камнями ударяет. А зачем я банк пью? А зачем? А зачем? Так, здесь у меня что? Здесь у меня была печать. Где печать? Не давали. Да он ничего не делает, как он меня завалит-то? Он псих, блин, с кулачками. А вот этот сейчас ему наподдает. Так, а еще у меня арбалет, кажется. Давай, слеза, травись. А, он может же банк использовать, кажется, еще, нет? Банки он использует. Ладно. Кажется, мы все отдохнем. Все. Отлично. Сколько за него дали? Ну, что-то, кстати, немного. 36 тысяч, что ли, всего лишь. 34, того меньше. Вообще бардак. Так, где мой арбалет? Так, вот теперь все стало на свои места. Так, а что у нас здесь на этой земле еще ожидает? А, ну мы сейчас, получается, дойдем. Как она эта херня называется? Лес предков, что ли? Кузнечный камень мрака 5. Угу. Гнездятся. Сидят и говорят, но крон красивые. Короче, ну это ж орлы. Как орлы могут сказать короче? Ну в целом, почему бы и нет? Если олень может называться горгонзолой, то почему орлы не могут говорить короче? Так, тут эти здоровые дядьки с тетками ходят. Прыгают, смеются, пряники жуют. Они нам не интересны вовсе. Потом, если мы захотим оленя их убить, как он там
у них зовется. Дух предков, что ли? Мы у них там позажигаем все эти светильнички. И потом отломаем рога этому парнокопытному. Так, а сейчас куда? Надо вспомнить, нужно двигаться через лес, кажется. Потом вот здесь, вот здесь, вот здесь. Блин, ну мы сейчас к этим придем. Гаргульям. Ладно, главное не переживать. Когда найдем этот... кого? Кого я имею в виду? Короче, перед гаргульями нужно будет сходить и сохранить наши руны, души. Точнее, добить их до уровня, чтобы было не жалко их просрать. Так, кажется, я заблудился. Надо идти за медузами. Медузы у нас вот здесь. Они нам предлагают прыгать. Вы нам предлагаете прыгать. А в целом почему-то не прыгнуть. Прыг-скок, прыг-скок. Главное, медуз не трогать, а то они все сагрятся, и будет не круто. Так, а вот и, собственно, этот благодать. Так, погодь. Я что-то не понял, что делаю. Ну ладно, это не важно. Где мы должны достать сокровища Рейни? Откуда? Ну, Рейни — это лекарство, хорошо. Ее сокровища где? В аптеке? Понятно. Короче, Рейни нужен Мизим за компанию. Да? Так, психанул, чувак. Не успел бы психоваться. Так, 380, а надо нам сколько? Надо 477. Ну, допустим, 477. Что происходит? Камера пошла как-то не так. Ну ты, конечно, молодец. Молодец. Я люблю молдика валить. Да тут чуть-чуть нужно. Даже, наверное, один разочек хватит. Главное не подыхать. Главное сейчас со скалы не прыгать. Так, ну уже 399. То есть, по сути, нужно 1080 набрать. Давайте, чуваки. Тайминги не нарушаем. Как нам говорят. Вы тоже тогда должны соответствовать этим правилам, соблюдать тайминги, так тайминги. Полетели. Так, 424. Четыреста
434. Так смешно улетел. Отлично получилось. 473, и ты будешь последним. Ой, я забыл, что он не добивается. Отлично. Ой, не туда. Вот сюда. Даже полностью можно не добивать. Ну, короче, надо сейчас этот боссовский меч прокачать полностью. И просто зашел, пукнул, и все сдохли. И у тебя куча рун нападала. Так, чё, качнём? Чё, качнём? Так, повысить уровень. Давай веру еще раз. Почему бы нет? 240 уровень. Надо веру до 40 добить. Колдовство до 45. Мудрость до 70. И жизненную силу до 50. Это, конечно, до хрена уровней вперед. Но что поделать. Блин, сейчас придется все равно одного горнила захреначить здесь. Чтоб он потом не появлялся. Ведук. Где эта шляпа? Он защищается. С ним это не прокатит. Ой. Охренеть, я сейчас упаду. Не хочешь в окошко вылететь? Так чисто случайно. Ой, блин, вот это опасно. Вот это очень опасно. Пей. Блин, задрался свой магнит. Пока. Дурачок. Улетел. Ну, он не обещал вернуться, конечно. Ой, блин, наберут, конечно. Это, конечно, топ сейчас было. Блин, а у меня сейчас что, банок получается? Не, банок у меня нормально. Сейчас главное добежать. И попробовать сразу это. Ой, не туда. Извините, парни, не в ту комнату. Я не к вам, потом зайду, обещаю, как-нибудь в другой раз. Это, я думаю, может вместо слезы сейчас взять этого. Тихее, или как его там. Ну, потому что слеза, он менее поворотливый, а эти, а горгульи, они такие... Ой, не то листа. Вообще, что я делаю? Снаряжение нужно поменять. Так. Ну, надеюсь, нам хватит сил. Хрена он магию отжирает, кстати. Ну, не жизнь, конечно, да. Но магию отожрал, как боженька. Я уже забыл, как они дерутся. Ой, они травятся, это я помню. А
А, нет, судя... Потому что сейчас наблюдаю, они лохи. Ну, пока... Да, второй пришел, ты не очень... Так, один готов. Супер, группа. Ну, с одним как-то легче драться, чем с двумя, на самом деле. Так, главное, что... Тихевин стал очень плохим. Да ты чё? Думаешь, что выигрываешь, чувак? О, ну все. Нормально, нормально. Двуручник, гаргулий, парный клинок. Гаргулий. В этот раз очень быстро. Все-таки я перекачался прям прилично. Потому что я к этим горгулям тоже, наверное, раз 20-30 ходил, если не больше. Так, отдохнуть. Отдохнули. Погнали в гроб. Поехал. Засветились, полетели. Вообще, трансляция уже идет 2 часа 18 минут. Это довольно-таки долго. А, сейчас доберемся до благодати, зачекинемся. Наверное, будем заканчивать. Надо еще какой-нибудь ужастик на ночь посмотреть обязательно, а то спать не смогу. Да, это очень логично. Так, а куда мы приехали, собственно? Как это локация там? Бутово, блядь, низовье глубокого корня. А что здесь нужно было сделать? Вспомнить эту локацию хотя бы. Я не помню, что здесь. Не помню, честное слово. Но я помню. Снизу бил, бил, не добил. Бабка била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула. Рейни упала и разбилась. Так, в смысле? Мне кажется, я что-то в этой жизни делаю не так. Знаешь почему? Не знаю. Нам нужно попасть в
в реку Ансель, кажется. Да, за сюрпризом Ренни. Я помню, что там нужно с драконьим... А, нет, подожди, за драконьим солдатом, когда мы сражаемся, там ландыши. А сюрприз Ренни, он, кажется, в Накстеле вообще находится. А, или мы сейчас через Низовье пройдем к Накстеле. Да? Да? Ладно. Значит, пошли проходить эту локацию. А, вспомнил, точно. Точно. Нам, наверное, сюда. Главное не умереть. О, кстати, за горгули дали где-то 100... Сколько? 110? Сколько у меня было? 1005-10? В сторону, где слеза валяется, но могу ошибаться. Сюда, по-моему, с двух мест можно попасть через Восточный город. Так, главное сейчас благодать найти и не подохнуть где-нибудь по пути. Благодать здесь вроде недалеко. Не будем трогать этих муравьев всех, это мы все проходили в первую игру. Пиздить одних и тех же мобов. Только могликов можно, потому что с них много падает. Годвин. Слушай, нет, я, короче, куда-то не туда пошел. Блин, все, все, я понял, куда я не свернул не туда. Да, короче, нужно было от леса предков спрыгивать на крыши и вниз по крышам. И так далее, и тому подобное, вниз. Потом там будет такая шляпа, длинная площадка, там, где будут эти, подниматься слезки всякие, потом там в конце еще великан из слезы вырастет, ты их всех пиздишь, и в конце сундучок с кинжалом, что ли, который нужно принести этой малютке Ренни. А здесь у нас... Что? Опустили старушку? Кто посмел? Как унизительно. Опустили старушку. А это у нас путь, короче, к этому... к трупу Годвина. А это сюжетная линия этой Фии. А мы с Фией еще даже не обнимались, чтобы она нам что-то, чего-то, куда-то... Мы выполняем квест Ренни, потому что хотим посмотреть на концовочку. Что это? Что это? Могила. Могила, давайте вернемся тогда в Накрон. В лес предков. Да. Короче, пошел не туда, зря горгули завалил. Ну, денежек дали. И вообще предлагаю тогда Накстеллу оставить уже на завтра, например. А сейчас можно на стол кувыркнуться и покупать камешков. И попробовать это, качнуть этот боссовский меч, чтобы этот фарм-рун у нас занимал минуту-две и все, и пошел. А не это, не ходить там этих мокриков по очереди всех пилить. Ну, максимум, конечно, до плюс 9 сможем прокачать, потому что я уверен, что он качается кузнечными камнями мрака. Кстати, какие у меня камни мрака при себе имеются? 2, 3, 4, 5. Нету 1-го. И 6-го, 7-го, 8-го.
9-го. Если такие есть. О, открылась еще вот эта штука с этим. С пожирателем отбросов. Так. Кузнечный камень мрака 1. Так, 6-й. 7-й. 8-й. 9-й. А драконий кузнечный камень мрака найдем где-нибудь потом дальше. Так, а вот этот потом взбесится почему-то и всех тут это нашпигует. Точнее, он устроит это нападение. Ой, что-то тут людей до хрена появилось. Ты нам когда будешь духов качать, кстати. Да. Что, тебе куколку нужно отдать? Ищет свое предназначение. Тут нужно с этим, с кузнецом, кстати, о ней поговорить, чтобы он сказал, да, да, отличная девчонка, буду ее учить. Все, ладно. У нее диалоги закончились. Блин, прикольно, на самом деле, если это... Он молится. Прикольно, если на работе ты такой, это... Хотя начальник приходит, а у тебя диалоги закончились, и ты одно и то же ему говоришь. Да, да, я работаю. Молитвы. Хорошие игры. Спасибо, спасибо огромное. Но я уже собираюсь заканчивать. Пришла по отзыву сезона. Ничего себе. По отзыву на микрофон, надеюсь. Ну, надеюсь, звук, короче, нравится. Я, на самом деле, доволен микрофоном. Так, о Родерике. Спасибо, кстати, за подписку. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Да, советую микрофон, еще красиво светится. Удобно крепится. А если звук еще охота послушать, то залетайте на прямые трансляции, завтра тоже будет. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Тоже спасибо за подписку. Очень приятно. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Так, усилить оружие. Так, а вы тоже собираетесь что-то стримить? Что собираетесь стримить, если не секрет? Да, это микрофон такой с веселой подсветкой. У него еще можно менять ее. Вот, типа чисто зеленая, чисто красная. Кстати, красная выглядит прикольно, как будто это Дарт Вейдер или что-то типа того. Синенькая, желтенькая, голубенькая, пурпурная, зелененькая, ну и вот такая переливающаяся. Буду гирлянды, короче. Новый год близко, да, зима близко. Так, меч священный, реликвия, это он. Кузнечный камень мрака, как и мы предполагали.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И остается только драконий. Так, ну можем его положить в какую-нибудь руку. Кстати, во вторую... Не, во вторую не будем. Мы вместо вуали сейчас положим. Попробуем... Чисто попробуем... Могликов один раз ударить. И посмотреть, кстати... Ой. От чего он кастуется? Может, что нам нужно подкачать? Святая, святая. Но, скорее всего, тоже какая-нибудь мудрость или вера. Так, снаряжение. Где этот меч? Двуручный. Так, вокал записывать, может и стримить. Спасибо, спасибо. А вокал вообще, мне кажется, тоже подойдет этот микрофон. Я, потому что первые стримы мои, я не знаю, на YouTube есть записи, я пробовал с обычным петличным микрофоном. Через Bluetooth подсоединял к этому, к ноуту. Блин, он хуже передает звук, а этот прям так концентрированно и чисто. А, ну и да, и с петличкой было слышно все, что происходит в комнате. Там хрустнула нога, хрустнуло плечо, там на кухне что-то упало, бутылка приняла свою форму обратно. Все слышно. С этим как-то получше, потому что даже если вот так вдаль, меня будет хуже слышно. И если... У него, кстати, основная концентрация это вот в ОБС. А что именно в ОБС настраивал? В ОБС его просто подцепил как захват аудио и все. Там дальше уже не прикручивал ничего. Или ты имеешь в виду петличный настраивал ли? Петличный также подцепил, получается, в ОБС в качестве захвата звука и все. Так что... Не знаю даже, что про БС-ку еще можно сказать. Да не за что, не за что. А, слушай, ну можно, конечно, воткнуться в тонкие настройки микрофона в БС-ке, но мне кажется, оно того вообще не стоит. Сейчас я секунду гляну чисто. Мне стало интересно, что там можно подкрутить. Так, свойства. А ничего, у меня получается захват аудио, выбран микрофон. Максимум, что можно тут еще сделать, это использовать временные метки устройства. И все. Ну, может, я, конечно, чего-то не догоняю. Я не такой продвинутый пользователь ОБС конкретно. Так же могу сказать. Единственное, можно громкость микрофона убирать, добавлять. Сейчас сек еще. Тут есть свойства. Нет, не свойства. А, расширенные свойства аудио еще есть. А тут тоже ничего такого. Громкость в процентах указывается. Устройство воспроизведения. Это не то. Где микрофон? Активно. Прослушивание и вывод. И все. Нет, даже в этих... В расширенных свойствах аудио толком ничего такого нет. Не знаю. Может, я тоже чего-то не знаю. Так.
целом, да. Как сказала одна великая бабка, да. Так где этот меч? Я прокачал, и он исчез, что ли? А, вот он. Господи. Так, от чего это? От ловкости? Да ты что, серьезно, что ли? Вера и сила. От ловкости больше всего кастуется. Б там стоит. Ну, можно, конечно, ловкость еще это вкачать на 6 штук. Спокойной ночи, приятных снов, не за что. Залетайте на прямые трансляции. Если не успеваете, смотрите в YouTube. Буду очень рад. Так, волна золота. Вот это я понимаю. Вот это фарм-рун. Вот это вот я... Это просто прекрасно. Но, кстати, не так много магии тратит. И идет далеко. Ты можешь просто врагов издалека это... Почистил всех. Он тяжеленький, конечно. Потому что это двуручник. Можно его, конечно, попробовать. Но быстрее он не становится. Ой, что я делаю? Вот это. Все. Просто раз, два, три, четыре. Так, ладно, мы поняли, что это у нас теперь имба, которой можно фармить руны. А можно его как-то пометить? Блин. Снаряжение. Сейчас. Надо его как-то пометить. Можно так сделать? Чисто интересно. Да блин. Что за дела? Я разучился пользоваться инвентарем. Выбросить мне это чё? Это чё? Нет, нельзя пометить. А жаль, ладно. Мы запомним, как он выглядит. Не, можно, наверное, как-то отсортировать по прокачанности, возможно. Но это не точно. Ладно, переместимся мы обратно в лес предков и на сегодня закончим. А завтра будет прыжки по крышам и выполнение квеста Рэни далее. А что она потом, кстати, говорит? Ты приносишь кинжал... Потом он... Я потрошу твои кишки. Ну, потрошит мои кишки, это, конечно, прекрасно, но не, это не очень, конечно, бы хотелось. Короче, не суть. Вспомним завтра. А на сегодня все. Спасибо, кто смотрел, кто присутствовал, кто подписывался, кто участвовал в чате. Всем огромное спасибо. Мне очень приятно. Кто не смотрел прямую трансляцию, может посмотреть запись на YouTube. А на сегодня все. Встретимся завтра на стримах. Всем спасибо. Всем пока.